Алло, доча моя. Приветик, моя зайка. Папа весь целенький, доченька. Ладно, пусть спит. Алло. Нам сказали нахуй идти вперед, мы окружены сейчас. Танков у нас осталось мало, всю технику перебили. У меня Мишу Буянова чуть не подстрелили, блядь, жил его. Себя прикрой, блядь, уже дети нахуй дома. Себя прикрываю. Чё ты мне говоришь? Сейчас погоди. Успокойся. Чего? Завтра я сдадут команду вперед. Сколько нас тут, блядь? 500-600 человек. Мы ляжем все. Дадут команду назад, мы тоже ляжем все. Нас нет выхода. Люди сегодня ушли вперед. Некоторые погибают так, что я даже не понимаю, что от них мест не остается. Так что, честно говоря, что жди весточку. И прежде всего и здорово оттуда. Ебучая купленная война, блядь. Да, у нас из 60 танков осталось 12. Сегодня вот выехал на танке, вышел из танка, и пизда человеку пришла сразу. Ладно, поцелуй детишка мне, детям завтра скажешь, что живой и здоровый. Дай ему трубку. Алло. Здорово, по тебе звонит. Че сам как? А че срочно? Не знаю, может, в последний раз у нас есть. Он тебя убил? Да. Кого убил? Много кого.